Рады приветствовать вас. После выездной победы в Кубке России в Каменск-Шахтинском над местным строителем, болельщики Форта ждали от своих любимцев победы в домашнем матче над командой Кубань Холдинг из станицы Павловской. Но на 12-й минуте встречи главный судья Андрей Стрелков усмотрел нарушение правил в действиях Александра Панченко против Ацемаза Ривазова и без колебаний указал на точку. Мячу подошел сам пострадавший и, разведя по углам мяч и Николая Москаленко, открыл счет. 13-я минута, и смотрите, что делает Ацемаз Ривазов. Немножко такое провокационное празднование в адрес трибун, как досталось там. До конца первого тайма счет мог измениться как минимум еще трижды, но отлично игравшие Николай Москаленко и его визави Александр Стенякин не позволили поразить свои ворота. Вот момент на 2-0, ну какое спасение! Во втором тайме ближе к голу были гости. На 74-й минуте удар павловчанина Андрея Малолетова пришелся в перекладину. Площадь, удар в ближний, перекладина спасает сейчас Форте от потенциального вылета из Кубка России. Это Малолетов. Едва не воспользуется своим шансом, отбивает мяч. А выход 1-1 Павла Банщикова ликвидировал Николай Москаленко. 1-1, вот этот момент у Банщикова. На 82-й минуте вернуть Форте в игру мог Тимур Меликесов. Но наш форвард не смог с близкого расстояния протолкнуть мяч в ворота Александра Стенякина. Итак, поражение 0-1, и дальнейшую борьбу в Кубке России продолжат павловчане.